Репин обратился к этой работе к формату большого парадного портрета, взяв модель в полный рост. Но картинная парадность сочетается здесь с мягким лиризмом, интимностью и душевным теплом, отчасти потому, что на портрете изображена Вера Алексеевна Репина, урожденная Шевцова, жена художника. Кажется, портрет написан в одно мгновение, уверенной рукой мастера, не отрывающейся от холста. Между тем, подготовительные рисунки свидетельствуют о том, как тщательно прорабатывалась композиция, расположение фигуры в пространстве холста и всякая деталь этой картины портрета. Естественный и одновременно сложный ракурс фигуры заключен в мелодически обрисовывающий ее рисунок, исполненный высокого художественного такта. Начинаясь от головы, струясь по опущенной на подлокотник кресла руке, спокойно бегущая линия продолжается в опавших на пол складках платья и устремляется к носку туфли, чтобы вновь взбежать вверх к руке, на которую склонилась голова. Линейной гармонии вторит благородное цветовое решение портрета. Глубокий вишнево-коричневый тон платья разработан с богатейшими оттенками, которые сливаются в единую цветовую гармонию. Спокойным движением кисти, сплавленными мазками, художник передает фактурную осязаемость бархатной обивки кресла, ощущение мягкой ткани платья, жесткие крахмальные манжеты и мягкую структуру кружева. Как всегда, у Репина выразительно написаны кисти рук с тонкими нервными пальцами. Живопись рук отличается высоким совершенством передачи формы. Художник умел изобразить их так, что глаз зрителя видит, как уходит рука в глубину манжета и словно продолжается дальше в рукаве платья. «Что за прелестное создание, ваша Вера Алексеевна?» – высказывала свое мнение о жене Репина Третьяков. Да и другие из окружения художника воспринимали ее так же. Уравновешенный мягкий характер вносил уют и спокойствие в семейную жизнь. Вера стала женой Репина в 1872 году. Ей было 16 лет, художнику 28. Когда писался портрет, в семье уже было четверо детей. Утомленная домашними заботами, Вера-старшая, так Репин называл жену, начав позировать для портрета и сначала разговаривая с мужем, незаметно уснула. Эту сладость отдыха художник навечно запечатлел на холсте. Опираясь на давнюю традицию парадного портрета, художник одновременно вносит свою индивидуальную интонацию в его решение. Многому у Репина научился самый талантливый ученик Валентин Серов. Он продолжил и развил в своем творчестве заложенные Репиным традиции портретного искусства.